будем знакомы. Не гневайся, боярин, не признаю я тебя. Аль ты князь? Я? Пожалуй, князь. А что тут удивительного? Да откуда ты взялся в палате царской? Ведь не было тебя. Батюшка-царь, кто же ты такой? Это приятель Антон Семенович Шпага. Ой, дурак. Надежа царь говорит, что я князь Милославский. Устраивает это вас? Чур! Сгинь! Что такое? Опять не слава богу? В чем дело? Да ведь казнили тебя на медне. Вот это новость! Повесили тебя на собственных воротах третьего дня по приказу царя. Так. Ой, спасибо. Повесили меня по твоему приказу. Выручай, а то засыпемся. Чего ж ты молчишь, сволочь? О! Вспомнил. Ведь это не меня повесили. Того повешенного вот как звали, а? Ванька-разбойник. Ага. А я наоборот, Жорж. Тот бандит просто мой однофамилец. Правильно я говорю? Правильно я говорю?